Она не мечтала стать учителем. Елена Насонова пошла в педагогический заодно с подружками. Думала, случайность, а оказалась судьба. Педагог из Одинцовского лицея номер 6 в очередной раз окончательно убедилась в этом. Звание «Учитель года 2022» – ее. Самый сложный этап – это был, наверное, первый, потому что я не знала, что это такое, не знала, как к нему готовиться, как его преподнести. Поэтому ночами не спала, старалась сделать его лучше, чем у других. А потом все пошло легче. Конкурс «Учитель года» прошел в Одинцовском округе в 31 раз. За звание лучшего боролись педагоги начальной школы английского языка, физики, физкультуры и изобразительного искусства. Я вижу новые лица, молодые лица. И прекрасно понимаю, сколько времени было и потрачено, и сколько сил, эмоций самое главное. И, конечно, всех поздравляю. Просто молодцы. Выявить лучших из лучших, повысить профессионализм и престиж профессии учителя. Развитие системы образования в целом – это лишь часть задач, которые решают конкурсы профессионального мастерства среди педагогов. В 2021 и 2022 годах проведено 7 муниципальных профессиональных состязаний. В них приняли участие 167 педагогических работников, 28 стали лауреатами, 9 удостоены звания «Победитель». Это замечательные педагоги, это люди, которые вкладывают душу, сердце в воспитание нашего подрастающего поколения. Это люди, которые умеют наших детей любить, это люди, которые умеют ценить отношения, которые воспитывают патриотов нашей замечательной, огромной страны. Но не только дипломы и благодарственные письма вручили выдающимся педагогам муниципалитета. 30 учителей из 18 образовательных учреждений были представлены к награждению денежной премией главы Одинцовского округа. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».